В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как я анализирую обстановку. Это просто интершумы, да? Они меня пугают этими шумами. Тут, по сути, никого нет. Блин! Снимаю груз с души умирающего монстра. Дай что-нибудь. Дай! Испарись и дай! И как я забываю об осторожности. Сейчас нужно резко метнуться. А! Пс, Жень, тут такое дело. Кусь? Ага. Ладно, сделай кусь, разрешаю. Но кусь не бесплатный, за кусь приходится платить кровью. Большое спасибо Дарье Морозовой за угарный арт. Всем хай, с вами Юджин, друзья, и снова добро пожаловать в Resident Evil 8 Village. Следующий эпизод, очередной, и я все еще болею, если честно, даже чуть похуже стал себя чувствовать. Все никак не могу справиться с болезнью, поэтому, друзья, ставьте лайк. Если хотите, чтобы я победил эту болезнь. Если не поставили лайк, значит, хотите, чтобы я сдох. Я, ладно, я шучу. А, короче, мы дошли с вами до замка Гейзенберга. Да, это какая-то странная башня. Но вы писали, что надо вернуться в дом мясника, потому что там очень много мяса. Поэтому давайте попробуем это сделать. Я хочу очень взять много мяса, потому что герцог потом приготовит мне кучу всего. Я зря надеялся, потому что все очень плохо. Попробуем бежать, короче. Просто бежим. Вот так забавно подкрадывался ко мне. Оу! Оу-воу-воу-воу-воу. Бежим. Просто бежим. Не будем тратить патроны. Вниз. Фак, не могу. А вот так могу. Странно, почему в ту сторону не мог. Ладно, их оббежать нефиг делать. Они почему-то не бросаются за мной в погоню. Какие-то все время такие, знаете, крадучие твари. Неплохо. Мне казалось, в эту сторону я шел гораздо дольше. Ну, естественно, меня отвлекали постоянно эти уроды. Блин, как темно. Очень большой контраст в картинке. Тек, вот сюда, в заросли. Я надеюсь, этот монстр огромный. Я не хочу сражаться, я знаю, что его можно убить. Но он будет очень высасывающим для меня. Слишком много боеприпасов из меня вытащит. Я хочу аккуратненько, тихонечко зайти, просто все взять. Привет. Вы говорили, здесь на полках очень много. Смотрите, я так двигаю камеру, сейчас иду, как, знаете, в этих геймплейных трейлерах. Действительно, очень много мяса. Да я в панике не забрал все это. Сейчас мы все заберем. Че? Записка какая-то. 8 июля. Сегодня должен приехать веселый торговец. Он всегда дает мне старые газеты. Миранда запрещает их читать, но я обожаю читать новости из внешнего мира. В последней газете была статья про какую-то медицинскую фирму. Не помню название, но ее эмблема... А, Umbrella написано криво. Эмблема выглядит очень знакомо. Я так понимаю, веселый торговец — это как раз таки герцог. Этот символ нарисован на чаше гиганта. Я уверен, что видел этот же символ на стенах в пещере. Этот раскрытый зонт сразу бросается в глаза, как здесь оказалась эмблема какой-то далекой фирмы. Не связана ли она с мужчиной, который жил здесь много лет назад? Вряд ли, надумывать лишнее. Нифига себе. Очень важная записка, между прочим. Ну, как бы понятно уже, что Umbrella здесь в тему, она здесь виновата во всем. Ну, это было очевидно, но тут какой-то еще мужчина странный. Так, мы набрали с вами кучу мяса. А здесь что? Он здесь, да? Тихо. Сэр? Сэр? Блин, все, ладно, нафиг. Я понял, что не стоило к тебе соваться. Я все понял, я усвоил урок, я ухожу. Все, не ори. Уа. А чё музыка продолжает играть? Фига мы молодцы, взяли, сбегали, мясо забрали. Надо будет потом сохраниться. Теперь осталось только пробежать мимо этих тварей еще разок. Сражаться с ними ни в коем случае нельзя. Мне нужно оставить патроны, потому что я уверен, что Гейзенберг будет достаточно сильным противником. А потом еще нас Миранда ждет. А потом еще нас кто-нибудь ждет. Вороны те, какие-то огромные жирные вороны. Аккуратно, спокойно. Так, ай, черт. Сюда нужно. А что, исчезли? Монстры убежали.
Вы, наверное, чувствуете, да, что голос у меня немножко севший. Как и вчерашний выпуск, то же самое было. Так, так. Ой, блин, бежим. Все, 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 все. Испугался. Они сюда не пойдут. Вы сюда не пойдете. Забейте. Ладно, 5 минуток потратил. Ничего страшного, оно того стоило. Мясо получили, шестеренки получили. Очень много всего получили. Чуть люлей не получили. Оу. Сюда... А, нам уже нельзя пойти дальше. Ну так, сюда пошли. Кстати, да, тут есть вот сокровище. Я так и не понял, как его брать, где его получать. Так что... Давайте песни возьмем. О, блин, здесь много будет, да? Видимо, это логово. Логово этих тварей. Это просто интершумы, да? Они меня пугают этими шумами. Тут, по сути, никого нет. Блин! Сказал только что. Перестаньте. Перестаньте. Ой! Мать! Да берись! Почему он не берет? Я жму, чтобы взял сраный шотган. Будь ты проклят. Блок и бежим. Реагент. Почему не взял реагент? Почему... Блин, все. Да беги, сука, Итан. Блин, как ты меня бесишь, кривой. Отойди от меня. Дай что-нибудь. Дай, испарись и дай. Реагент. Так, в какую сторону мне? О, нет. О, нет, стоп. Стоп. Стоп, игра. Мне очень трудно кричать. А, у меня уже все здесь стоит, ладно. Я ж положил. Меня прям бесит нахрен все это. Возьми. А, сволочь. Все, полить, полить водичкой. Побежали вниз. Ладно, мне не надо пытаться экономить, видимо, патроны. Надо просто их изничтожить всех. Хорошо. Подохли. Как вам? Понравилось дохнуть? Бич! Бич! Какого дьявола? Я же жал стрелочку вверх. Почему он берет говно какое-то? Почему ты не стреляешь? Кривое управление. Я жал стрелку вверх. У меня забинджен. Смотрите, он переключает. У меня забинджен пистолет наверх. Оп. Ты случайно под пулю. Ты сам напоролся на маслину. Все, я просто их изничтожил. Все. Все? Еще двое. Это бесконечный поток, да, я так понимаю? Понятно, это же их логово. На что я вообще надеялся? О, блин! Так. 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 Оп! Наконец-то я воспользовался этим. Я не знаю, куда мне бежать. Что-то... А, зиплайн! Пока! Сосунки! Погодите, мне надо... О, у меня ни одного этого нету. Надо теперь сделать много этих. Что у нас еще? Патроны для дробовика. 3 штуки всего осталось. Надо сделать больше. Я еще одну тебя сделаю. О, 2 тебя. Вот как-то так. 9 патронов от пестоля. Короче, не надо здесь с ними сражаться вообще. По максимуму избегаем конфликтов. Мы пацифист. Ты что ты орешь? Ты же заблокировал. Да блин, стреляй. Ребят, вниз. Я нажал вниз. Ставь ты сраную бомбу. А, кстати, она меня не коцает, оказывается. Я не знаю, как мне быть здесь. Куда мне бежать? Поставь. Отлично. Можно я еще поставлю? Раз мне это не коцает. Я же поставил. Почему? Почему? Какого фига? Какого фига ты не работаешь? Ладно, я заберу ее.
Стоп! Смог. Смог. Да блин. Слушайте, я их убил. И даже ни разу не сдох, прикиньте. Прикиньте, какой крутой. Что-то еще осталось здесь? Нет. О, это я дал. При том, что я паниковал, еще я болею. Я очень болею, это хорошая отмазка, кстати. Я больной. На голову. И насморк мучает, бесит все. Вот. Бесит управление. Смотрите, даже когда я жму вперед, он что-то подрыгивает, подрыгивает немножко. О, так, куда мы в итоге попали? Мы там все собрали, кстати, нифига мы. Стоп. Что у нас есть? Мы можем сделать еще один реагент. Еще два реагент. Давайте мины сделаем, они очень хорошо нам помогают. Блин, я все это время думал, что они коцают нас, а у нас иммунитет на этот взрыв. Что очень, очень удобно. Кстати, мне казалось ли, мы можем разбивать такие маленькие горшки? Давайте попробуем. Хрена бы лысого, мы могли это сделать. Ну ладно. Так. Все. Тогда идем. О, блин. Очень напряженно. Надеюсь, я не сдохну и в этом выпуске. Это при том, что мы играем на нормальном уровне сложности. Прикиньте, если бы мы играли на харде. Что бы было? Монстров было бы больше или не бы? Урон больше бы давали. Вот там какие-то волки еще. О, мы сейчас что-то увидим неприятное. Кто такие? Они хавают людей. Сейчас бы по веревочке выстрелить, чтобы они упали все вниз и сдохли. Интересно, высота для них уязвима. Ну, они уязвимы к высоте, короче. Итак, мы наконец получили приказ короля. Отступаем. Меня злит, что мы дарим пограничную крепость этим еретикам. Будь у меня чуть больше времени, я бы непременно переломил ход этой битвы. Чуть какая-то очень древняя надпись. Записка. Нет, не стоит хорохориться. Просто это место пробуждает во мне любопытство. В этом краю есть несколько развалин, очень древних, по словам жителей. Ритуальное место с четырьмя огромными статуями. Пещеры с настенной живописью. Каменный подиум, названный чашей гиганта. Откуда появились те, кто все это построил? Куда они делись? Меня злит, что мы покинем это место, не раскрыв его тайн. Угасли снаряды. Опа, нас запасают припасами. Кажись, сейчас что-то будет. У нас, кстати, с вами... Давайте вот сюда, вот эту штуку, гранатомет поставим. Вот сюда. А гранаты и мины будем опционально выбирать, когда нам это нужно будет. Давайте еще раз сохранимся. Уже с гранатометом, чтобы потом не перекладывать. Я чувствую, что мы сдохнем сейчас. Но если нет, я заслуживаю 3 лайка с 3 аккаунтов. От каждого из вас. Очень тихо стало. Вы издеваетесь, да? Вы специально это делаете. Нет! Ты! Окей, я знаю, чего ты хочешь от меня. Ты хочешь от меня мины. Ну иди сюда. Ну, давай. Иди сюда. Куда ты... Оп! Suck my balls. Чё? Нифига себе. Пах. Получил. Пах. Бабах. Где ты? Стоп. Давайте еще одну мину положим сразу. Он точно захочет сюда прийти. Давай. Оп. Ха-ха-ха. Бах-бабах. Блин, один патрон всего, да? Один снаряд можно. Что это? О, и он, ему нравятся взрывы, я понял. Ты зря решил со мной сражаться в пещере, где полно всяких взрывоопасных веществ. Оп.
сейчас была у него анимация, да, и он решил не прокоцаться. Так, давайте сделаем вот так. Ты промахнулся, бывает. Есть что? Где ты? Где он? Колу! Помешали твоим планам. Так, мы еще можем сделать вот эту штуку. Амин у нас больше не осталось. Оп! Когда первый раз мы с тобой виделись, у меня не было оружия, да? Чувствовал себя таким крутым, наверное. Оп! Куда мне свалить? Черт, блок. Не знаю, работает ли блок на таких кувалдах. Хотя вроде работает, так. Релоуд, пожалуйста, сделай это сам. Итан, ты же самостоятельный мальчик. Ты знаешь, что нужно делать. Ух, ты еще что-то взял. Дверь закрыта. О! Так. Побежал. Узкий зал. Ты здесь. Так, что там? Меняем снаряды. Сейчас буду закидывать. О! Это он ослепился, да? Он ослеплен моей красотой. Теперь мы возьмем вот это. И кинем тебя, бич! И кинем тебя, бич! Да сколько тебя еще кидать, бич? Да хватит! Он напнул мне. Так, палить себя. Стоп, мы еще можем сделать. Черт. Сколько у нас их еще осталось? 4. Ладно, хорошо. Значит, берем, наверное, да? Тихо, раз. Есть! Погиб! Плюну тебе в лицо. Давайте возьмем сокровище. Красота. Нормально сказанул так. Эпично. Все, больше здесь ничего нету. Красное? Мы что-то здесь не взяли. Хорошо, что я не тратил эти боеприпасы все, а копил только. Очень пригодилось. Вот еще реагент, отлично. Я так понимаю, теперь-то мы точно все взяли, да. Так, дверь открыта. Слушайте, это был легкий босс. Мы прям в пещере титанов, да? Эрон, ты здесь? Телек. Сейчас с нами Гейзенберг свяжется. По ультрасовременному ретро-скайп-телеку, конечно же. Колба! Есть. Нет! Это видение просто. Что? Тварь. Ты настоящий мужик, Ит. Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым ты от меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты, Итан. Стой, блять. Погодите, он не собирается с нами сражаться? У него какой-то свой интерес, походу, да, есть? Но мы точно будем с ним сражаться, по-любому. Не может быть такого, что это не босс. Кстати, сохранялки даже нету. Вы офигели после такого босса и нет сохранялки? Мне кажется, в таких играх нужно делать боссов чуть менее эпическими, в плане, они очень большие масштабы. И, ну, допустим, выбивает немножко из реальности, когда ты
ставишь блок, а по тебе бьют огромную кувалду. Существо, которое в три раза выше тебя и сильнее. И ты просто роп и заблокировал. Ну, это странно. Так, ну, блин, в это невозможно поверить. То есть, чуть-чуть меньше обороты, вот реально сбавить чуть-чуть их, меньше вот этого эпичности, пафоса и гротескности, и погружение в игру будет просто пипец какое. Опять мы на шлюпке. Потому что ты будешь реально понимать, что какой удар тебе будет смертельным. И ты будешь очень бояться этих ударов. Вот, мы приплыли. Ну, я пришвартоваться. Заметили, что я уже не выпускаю шотган из рук? Вот мне нравится, когда игра вынуждает именно тебя использовать оружие получше. Потому что раньше я обычно, вы заметили, если вы долго наблюдаете за мной, за тем, как я играю, я всегда использую минимальные средства. Самые дешевые средства, потому что я все крутое на запас оставляю, на всякий случай. Что мы здесь делаем? Что это за место такое? Какая-то темница. Очень тихо. Конечно, тут на меня нападут по-любому. Попробуем пока спесть ее. Что это? Реагент. Фото неуловимой рыбы. Стоп! Стоп! Показывай! Заново! Так, где лодка стоит? Слушайте, я, кажется, помню, где это. Кажется, помню. А кажется, ни хрена не помню. Ладно. Думаю, мы найдем когда-нибудь. Здрасте. Здрасте. Обратно пойду, да, меня вычморят. Когда обратно пойду, точно это будет. Отчета о вживлении каду в животике пациентам. 174-181. Пациент 174. Михаил... Михай М. Параметры. 21 год, мужчина, серебрянщик, коррупция от пневмонии. Итог. Слабая взаимосвязь. Каду не вырос. Изменение тела, ухудшение когнитивности, очередной оборотень. Отправлен на выгул. Окей. В основном, получается, все в оборотни превращаются. Пациент 177. Бернадет Б. Параметры. 21 год. Женщина безработная, ничем не болела. Итог. Смерть. И пациент 181. Альсина Д. Параметры. 44 года. Женщина потомственная дворянка. Не из деревни. Наследственная болезнь крови. Итог. Крепкая взаимосвязь. Острое мышление. Способна управлять трансформацией тела. Применила процедуру контроля над сознанием. Отправлена на обследование. Ай, молодец. Все взяли? Все взяли. Давайте возьмем вот это. Чувствую, мне вот это понадобится. Сейчас нужно резко метнуться. Так и знал, так и знал. Кристальный череп забрать. Дай. Пошли, 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 не тратим ресы. Все. Есть. Хорошо. Очень хорошо. Где мы с вами вы... Да ладно, мы возле... Мы здесь? Нифига себе, теперь открыто. Помните, это место было, которое закрыто все время? Здесь были курицы, петухи. Прикольно они сделали. Прикольно, это мы вышли с вами. А тут тоже закрыто с другой стороны? Нет. Просто закрыто. С какой-либо стороны. Так. Смотрим, куда нам надо с вами пойти. Так, мы здесь уже были. Интересно, мы, получается, можем еще раз этот путь проделать? Ну его нафиг. Он хочет, чтобы мы вернулись к алтарю. Я думаю, именно это мы с вами и сделаем. Давайте пистолет возьмем здесь. Здесь не так страшно. Нет. Какого дьявола?
Это что было сейчас? Пожалуйста. Ух, открыто. Очень тихо. Я видел сохранялочку. Герцог, фух, ты здесь. Когда ты здесь, мне спокойней. Тихо, погоди. Я сохраняю. Я счастлив, что вы вернулись живым. Давай-ка ты мне что-нибудь приготовишь. Итак, у меня всего 4... А, ничего не могу. Блин, ничего не могу сделать. Стоп. У меня вот этого... А, мне этого 0. Ладно. Вот это можем сделать? Не можем. Нужна превосходная рыба. Au revoir. Ладно. Заходите, Итан. Давайте продадим все сокровища. Большой кристалл, этот кристалл, отличный кристалл, супер кристалл, мега кристалл. Тарелка. Просто сокровище, да, получается? На 95 косарей. Где вы раздобыли эту вещицу? Оу, не спрашивай у меня. Просто не спрашивай. Так, сразу. Друзья, получается, сейчас все солью вот на это, да? Да, у нас теперь самый крутой револьвер. Даже можем еще вот этот на максимум. Одну минуточку. А. А, черт, мы пестоль не прокачали. Ладно, хрен с ним. Все? Нет задачи важнее, чем добыть интересных приключений. Нет задачи важнее, чем добыть интересных приключений, согласен. Ух, что ж. О, мы, кстати, забыли сюда все эти колбы поставить сразу. Колба с туловищем. И колба с руками. Опа. Что? И сейчас мы куда-нибудь вниз, да? О, нет. Ты это видел, герцог? Это магия. Так, давайте подумаем еще раз. Прежде чем нам туда идти, где причал? Короче, я знаю, что точно не здесь. Здесь не было никаких причалов. И... Блин. Единственное, что вот тут вот какая-то река есть. Может быть, в эту сторону. Давайте, пойдем. Как раз-таки мы сейчас идем к этим большим статуям. И к этой реке, кстати говоря, идем. А, у нас же было с вами здесь место, механизм, который мы не могли с вами никак использовать. Но у нас тут есть рукоятка теперь. И рукояточка куда-то нас сейчас приведет. Так, забрал, забрал. О, прикольно. Сейчас будут какие-то новые локации. Она, возможно, сюда и надо, кстати. Смотри, тут лодка. Мы можем плыть. А в какую сторону нам плыть? Смотрите, мы можем сюда плыть. Прямо к дамбе. И можем в другую сторону. Ладно, давайте попробуем сначала вот сюда. Только без нападения, я вас прошу. О, какой-то завод там. Это как раз таки завод Гейзенберга. Так, здесь можно причалить. Погодите, а причал? А причал-то, это же похож на причал. Что? Рыбка неуловимая! Я тебя нашел! Подохни! Есть! Слушай, нифига так взял и легко нашел. Итак, выбрать ножик. Резать рыбок. Резать! Сволочь.
Попал? Хоть по какой-нибудь, да, по одной попал. Да блин. Где она? Да почему? Все, я устал играть в игры, рыбешка. Значит, получается, здесь мы уже все, да? Все рыбы уничтожены, даже не показывают. Хорош, мы нашли. Может, еще какой-то козлик стоит где-нибудь, нет? Я думаю, прежде чем мы продвинемся дальше, я так понимаю, мы пришли в нужное нам место. Давайте... А, нет, не в нужное. Вот место ритуала. Это просто какое-то секретное место. Так, давайте порыскаем здесь, пошарим. А может, что найдем? Я беру шотган, короче. Фонарь, пожалуйста. Фонарь, пожалуйста. Данжа! Свет. Ё-моё. Плиз. Не надо. Оу. Оу. Деревянная... Ой, древняя монета. Еще какую-то фигню нашел. Куда я могу впихнуть? Кстати, давайте это применим. Мы можем это применить? Украшение для пистолета. Как? Ну, у меня есть пистолет. Почему я не могу его... Странно. Не могу, короче. Вот это. Тоже не могу никуда. И что у меня еще? Что я нашел? А больше и нифига. Снаряды, снаряды, снаряды. Еще какой-то... Это, короче, секрет. Секвенирование ДНК завершено. 99-95% родства с мутамицелием из Далви. Мутамицелием из Далви. Разницу в 0,05, вероятно, составляет изменения, намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные. А раз так, какие данные нужны Миранде? Блин, прикольно. То есть ты можешь это даже не отыскать за всю игру, не узнать об этом. Все. Ой, мать. Пожалуйста. Пожалуйста! Нет! Нет! Все. Теперь давайте сплаваем вверх, в другую сторону. Это мы вниз по течению плыли, а теперь надо вверх по течению. Так, заводи мотор. Благо, больше не будет водянистых сюрпризов. Это самое важное. И когда мы сплаваем вверх, мы вернемся сюда, сбегаем к герцогу, и только потом уже пойдем... на место ритуала. Я оттягиваю момент, как вы могли понять. Очень хочется... О, посмотреть прям эти мосты, над которыми мы ходили. Тут еще будет какой-то секрет, да? Опа, а куда это мы приплыли? Ё-моё, я был здесь, но был с другой стороны. Неужели вы хотите сказать, что я могу вернуться в замок? Оу. Я могу даже пустить. Нет, в замок я точно не могу вернуться. Но мы как бы соединяем все части карты. Ек. Есть. Смотрим, что у нас... А-а-а. У нас как раз таки здесь колодец, который мы не могли с вами заюзать. Очень давно не видели бабки с вами, да? Согласитесь.
Куда подевалась бабка? Тик. Что-то важное здесь будет. По-любому. Это крутое сокровище. Лестница. Ну ты тварь, игра. Ну ты тварина. Даже не знаю. Короче, этот эпизод, видимо, мы ходим по ответвлениям. Так, давай сохраниться. Сначала сбегаем вот сюда через мост, посмотрим, что тут есть, а потом спустимся вниз. Вот там будет что-то жуткое. С того момента, как мы уже с вами, помните, спускались в доме Доны Бенедиенты, мы спускались вниз, мы походу в замок возвращаемся. Вот что-то я приучился бояться подвалов в этой игре. Здесь я уже знаю, что делать надо. Эй. А, нет, я так не могу. Разве что... Сволочь. Пролезла. Блин, так тень видели, да, как прошлась по стене? Я подумал, что сзади меня кто-то подходит. Так. Хорошие выстрелы. Ну ты, блин, как актер профессионально вздыхаешь. Оставишь что-нибудь мне? Ни хрена. Да, мы с вами сейчас запасемся знатно. Хорош. Да, блин. Колено. Скайрим. А я так и буду, да, продолжать здесь лезть? А я могу туда пролезть? Нет, фух, слава богу. А! Они бесконечные, что ли? Ладно. И выстрел. Блин, где-то часть сокровища сейчас будет. О, меня игра награждает за то, что я сюда пришел. Так, синенькая. Теперь надо как-то поджечь вот это место. Блин, так и будет, да, получается, идти? Что-то я взял. Понравилось? Так, блин. Ой, вроде махает тебе. Так. А тут как-то хитро, да, должно быть все. Ну так, конечно же, не достанет. Опять лезет. Они будут лезть постоянно. Может быть, что-то можно. Чем-то можно зажечь. Фугасные снаряды. Поражающие цели. И за светошумовые снаряды. Давайте попробуем выстрелить. Так. Что я сделал? О, L2, блин. Я R2 жал. Сорян. Потратил просто... О! Ладно, светошумовой потратил. Ко мне, сэр! Сэр! Сюда! Сюда, придурок! Иди сюда! Он сам поджегся. Так, давай. Есть! Ну ты дурила. Ну спасибо. Очень несгораемый какой-то. Все. Смотрите. Это Димитреску. Золотая статуя госпожи. Мы взяли сокровище. О, да, мы взяли сокровище. Теперь, пожалуйста, валим отсюда быстрее. Ох. Так, сейчас сейвимся, лезем вниз в подвал.
в этот колодец стрёмный. Я вообще боюсь уже. Я знаю, что, скорее всего, мы туда зайдем в самую глубь. Там будет как бы все спокойненько, тихо, а потом мы начнем идти обратно, и тогда вот начнется жесть. Сделаем это, друзья. Я хочу шотган в руки. И ничего не знаю. Что-то так светло. По-моему, очень глубоко. Вам не кажется? Чертовски глубокий колодец. Очень освещенный, по-моему. Мы здесь. Эй. Оно попытается меня убить, да? Присядь. Я, возможно, сдохну здесь, кстати говоря. Потому что я пока не понимаю, по какому принципу работают эти ловушки. Я могу здесь забраться? А здесь? Что? Там что-то было, видите? Там что-то есть. Ладно. Рискнем. Что? Ты мина. А, мы можем забраться. Ладно, погодите, чуть попозже. Заперто. Ладно. Эти ловушки попозже, видимо, начнут работать. Ну, тут наворотили дел. Какая-то загадка даже есть. Так, эти нельзя сломать. Можно вот здесь пройти. Как только мы решим загадку с ловушкой. Так, ну давайте думать. Нажать. Есть. Есть. Хорошо, они все на нужной высоте. Разве что вот этот вот не на нужной. Ну, я так понимаю, мы должны что-то... Ага, мы столкнуть должны их. Давай еще. Не стесняйся, Итан. Толкай по максимуму. Окей. Сейчас это просто... Оп! Окей, как-то так. Есть. Ну, это даже не головоломка получается, а какая-то легкотня. Фугасные снаряды. А, сейчас мы окажемся здесь за решеткой. Берем шотган. Обязательно. Открываем. Вы понимаете, да, что это значит? Мы нашли с вами большой кровавый рубин. Судя по всему, что-то очень клевое. Так. Смотрите, красное. Мы еще не все нашли здесь. Здесь что-то еще есть. Или мне... Просто меня врут, да? Не, мы что-то явно здесь упустили. Я пока не вижу. Но самое дорогое, кровавый рубин, мы взяли. Так! Ну что ж, добрый вечер. Типа мы должны пробежать сейчас. О! Что? Так легко? Оу, ладно. Я не понял, что я тут не нашел. Вроде все отыскал. Я не знаю, что это за монстр был. Вот этот странный рык такой ужасающий. Вроде бы я убил всех больших монстров, которых я видел. Всяких оборотней и так далее. Все они дохлые. Но что это было? Что-то супер стрёмное, походу. Так, есть! Что мы теперь можем здесь сделать? Мы можем сесть в лодку и поплыть обратно к герцогу. Давайте закупимся. Все продадим. О, разбогатим. Даже, возможно, сможем что-то уже приготовить себе. Так, разворачиваемся. Герцог будет доволен. А я-то как буду доволен? Ну так, вот такие дела.
Получается, мы частично по сюжету пошли, частично мы нашли, по сути, все секреты. Мы открыли все секреты. Почти, конечно. У нас там есть некоторые сундуки, которые мы не смогли с вами отыскать. Но и хрен бы с ними. Всех денег не заработаешь, как говорится. Так, сюда? Да, это нам надо вот сюда. И в следующем выпуске как раз-таки мы с вами пойдем уже смотреть, что нас там ждет. Здоров. Как желаете. Итак, кристальный череп. Большой рубин. Древняя монета. Золотая статуя госпожи. Двадцатка стоит. Все? Что-то я думал, что я больше заработаю. Тратьте золото, как король. Хрень какая-то. Так, смотрим, что у нас есть. Рыба, мясо птицы. Мясо птицы. Вот с птицей у нас самая проблема. Окей. Погодите. Качественного мяса, да, у нас нету? Блин. Вот это можем сделать. А, у нас всего три. Мы ничего не можем сделать. Твою мать! Мне не терпится увидеть ваши новые находки. Знаете, что сделаем? Давайте заапгрейдимся. Конкретное? Блин, я думал, прокачаю сейчас как следует. Что мы можем сделать? Перезарядка быстрее? Нет, боезапас. В целом, вот только пестоль. Знаете, боезапас ему усилим. Одну минуточку. Перезарядка. Нет, нет, нет. Сначала стрельба. Вот. А, у нас на то и то хватит. Все, пестоль на полную заряжен у нас, по-всякому. Я могу установить любые модификации. Сейф. Давайте посмотрим, где мы что не убили. У нас здесь курица есть. Здесь где-то курица есть. Здесь где-то есть курица. Че, побегаем, поищем? Да, блин. Да, блин. Да? Да, я... Наконец-то. О, нет. Что это? Волк? Еще один? Их много, оказывается. Оп! А? Где ты? Ушел. Его можно, мне кажется, подстрелить вот так. С помощью снайперки. Так. Есть. Два. О, не успел! Не успел! Как я опрометчиво, опрометчиво. Давайте прямо из окна стрелять. Фигли мы. Вон он. Все? Успокоился? Ну мы опять же, получается, читерски его просто убьем сейчас. Знаете, что я думаю? Давайте попробуем мину поставить одну. Вот сюда. Теперь, пожалуй, мы найдем его. Вон он какой страшный. Раз. Два. Теперь дадим ему добежать. Оп! Споткнулся, не ушибся. И давайте еще один раз. Это мы хорошо придумали. Оп! Нет? О, черт! А! Ладно, еще раз. Он хочет... Побольше, видимо. Давай. Сколько еще? Да, блин, еще пихается. О!
Ты где? Какой-то бессмертный волк, походу. Так, осторожно. Осторожно. Раз. Иди сюда. Два. Ай, есть. Сражен. Вожак стая мне дали награду. У-ху-ху-ху. Есть. Да. Это какой-то более крутой волк, видимо. Теперь за курочками. Он отдай. Вожак стаи и птичий тоже. О, смотрите, здесь есть курятник, который можно открыть с помощью рукоятки. Это секретный курятник, оказывается. Нет, петух на меня нападает! Все? Все? А, смотрите, секретное место. Блин, что это за секретное место такое? Куда оно меня приведет? Неужели никуда? Нет, куда-то мы точно сейчас придем с вами. Не сюда, но вот сюда. Мистер Труп? Сундук! Кровавый рубин, еще один. Вот оно как. Вот оно как все устроено в этой игре. Ладно, побежали отсюда. Слушайте, ну теперь мы, кажется, вообще собрали все, что можно. Герцог, здравствуй, здравствуй, здрасте. Ну да, да. Так, смотрим. У нас до сих пор не хватает... Блин, рыбы не хватает, да чтоб тебя. А вот это... Так, говорят, он повышает жизненный тонус. Хорошо, давайте, весь жизненный тонус. Готовь! Мы собрали все ингредиенты. Теперь... Готово. Я хочу, чтобы им насладились и вы. Здоровье значительно увеличено навсегда. Блюдо. Отлично. Здесь у нас не хватает качественного мяса. А, вот тут есть превосходная рыба. Взять, взять. Это что нам сделает? Ой. А, еще не хватает рыбы, блин, три штуки, ладно. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важнее. И продаем. Мы набрали дофига всего. Итак, у нас еще 93 тысячи лей. Честная цена. Давайте все проапгрейдим, все, что нам осталось. Только снайперка осталась. Десятка и еще 11 тысяч. Даже не знаю, что нам еще... На что нам еще деньги тратить? Мы все купили, все, что можно. Давайте возьмем мин. Что, не терпится испытать? Стоп, а вот это что такое? А, это мы продали как раз-таки. Мы можем взять патрончиков. Для пистолета. Давайте все возьмем. Благодарю за покупку. Это что? Патроны еще какие-то. Патроны для шотгана. Это... Ну, вообще кайф. Прекрасная закупочка. Сохраняемся. И на этом мы с вами, друзья, закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то очень буду рад лайку. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, и становитесь в доску своими. Также не забывайте про все мои соцсети. Ссылки будут в описании, про мой сайт с моими собственными комиксами, которые бесплатно доступны для вас. Заходите, цените и кайфуйте. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!